10 июня в Омск приехал известный российский блогер и путешественник Альберт Северный. Знаменитый тревел-вояжер уже несколько дней мчит на внедорожнике по стране и воплощает в жизнь новую крутую идею – автомобильную экспедицию «100 дней вокруг России». В его маршруте 4 крайние точки. Разгоняющий этап от Москвы до Владивостока, затем увлекательное путешествие на Чукотку, оттуда морем в Мурманскую область, на полуостров Рыбачий, финиш в Севастополе. 25,5 тысяч километров на суше, 6 по воде. Если до Владивостока, до полуострова Рыбачий, тем более до Крыма, у нас все ездят, да, полуостров Рыбачий, такая тоже интересное место, много ездят путешественников туда, особенно в западной части России. Это все доступно. На Чукотку на машине летом не проехать, можно только по воде. И 3 года назад я увидел, что один мотоциклист, Анатолий Чернявский, такой известный мотоциклист, он этот путь подобный проделал. Альберт решил усложнить задачу – покорить Чукотку на автомобиле, параллельно популяризировать модную тему внутреннего туризма. Показать людям, что бояться не надо, что ничего страшного нет. И если есть желание, надо брать и делать. Таким маршрутом никто не ездил. Возможно, я и первооткрывателем каким-то буду. Нравится мне Камчатка, Чукотка, Якутия, все отдаленные вот эти районы тем, что там дикая природа сохранилась. В Омске, по мнению путешественника, есть свои красоты. Альберт Северный почти 2 часа знакомился с историческими достопримечательностями нашего города. Рассказал, что в его дальнейших планах путешествие в Монголию. Посетовал, что его вояж не совпадает по времени со стартом ралли «Шелковый путь», которое в этот раз начнет свой путь 1 июля в Омске. Это, конечно, мощное событие, вас ждет большой праздник. Такие машины вы никогда не видели. И даже просто стоять рядом с КАМАЗом или с МАЗом, у которого двигатель 1000 лошадиных сил и расход топлива 100 литров на 100 километров. Ну, вот, это вообще сумасшедшие машины, просто космические корабли. Поэтому ну, очень крутое событие ждет ваш город. Следующая точка в экспедиции Альберта Северного – Новосибирск. В пределах цивилизации и доступности сотовой связи путешественник пользуется навигаторами. Для экстрима по Чукотке Альберт скачал военные географические карты.